Столовые 33-го лицея и средней школы номер 4 признаны лучшими по итогам областного конкурса. Конкуренция была серьезной. За победу боролись 34 школьные столовые. Опыт работы оценивали представители Роспотребнадзора, Центра гигиены и Ивановской медакадемии. Звание лучших было присвоено достойнейшим. В декабре в 33-м лицее была введена система лечебного питания. Для детей, страдающих избыточным весом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек введено индивидуальное меню. Его разработали на основании рекомендаций врачей. Пока в эксперименте задействованы только ученики начальных классов. Если реализация проекта принесет положительный эффект, то питаться по такой системе будут все учащиеся лицея.